лето, есть лето, солнце правды и свет. Там где-то ответы, ни болезней, ни бед. Как хочется нам туда, где светит одна звезда, где с нами любовь всегда. Здравствуйте, мои дорогие! С вами передача «Лаврские встречи», и я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях композитор Михаил Малевич и певица Мария Петрова. Здравствуйте! Какая проникновенная песня! После нее действительно хочется молчать, задуматься, да, о своем духовном состоянии. Настраивает на покаяние. Эта песня как раз сейчас идет Великий пост. И мы сегодня в нашей передаче об этом будем говорить.
о музыке, о посте, о духовном состоянии. А вот почему вы эту песню решили первую показать нам? Во время поста читается молитва Ефрема Сирина, а там как раз о празднословии, не дашь мне дух празднословия. Поэтому здесь вот такие слова: мы заросли паутиной праздных лукавых словес. Поэтому мне кажется, что это даст камертон, так сказать, к нашей передаче. Вот то, что... Вот слова Татьяны Егоровой, нашего постоянного соавтора. Вот я больше всего песен написал на ее стихи. Это православная наша петербургская поэтесса. Вот, особенно вот эту песню мы сами любим. И вот как-то и чувствуется, люди любят, тоже больше вот именно эту песню очень любят. Молодец. И хорошо принимают. Так сразу она задает такой тон, да? И... На правильное дальнейшее восприятие всего того, что будет дальше. А мы надеемся, что сегодня передача у нас будет интересной. Вот расскажите немножко о себе, о своем дуэте. Как вот Мария, может быть. С Михаилом мы познакомились в церкви. Вот Господь нас соединил. Получился творческий союз. Он пишет музыку, я исполняю, и мы друг друга понимаем. Вот. Да, уже давно это было. В общем, работаем вместе. Мне интересно то, что делает Михаил, и он именно один из композиторов немногих, который чувствует поэзию. И, на мой взгляд, ее настолько раскрывает музыки, что она становится еще интереснее. Именно как песня уже. Спасибо, Господи. А вот сразу я тогда по... руководствуясь вашими словами, спрошу у Михаила, а как себя ощущать? Вот, я слышал и читал в интернете, в статьях, что вы позиционируетесь как православный композитор. Разве есть такое понятие сейчас? Такая профессия или что? Меня, с одной стороны, радует, что так говорят обо мне, потому что действительно с некоторых пор я пишу музыку, в основном посвященную православной теме, и на стихи духовных поэтов, или, вернее, духовные стихи поэтов русских. Вот. Но, конечно, я бы хотел, чтобы это сочетание православный композитор не давал никакой поблажки качеству, потому что иногда некоторые говорят православный бард или православный, и тут главное, чтобы была тема, чтобы о Христе, о Божьей Матери, а уровень часто бывает невысокий, поэтому... как мы классических наших оцениваем композиторов, писателей, Достоевский православный писатель, или прежде всего мы говорим просто великий писатель, да? А Толстой не православный получается писатель. Мне кажется, что музыка, которую сейчас пишет православный человек, для него это большая ответственность просто, потому что выходя на аудиторию, где все люди, да, тут надо не опустить, не скомпрометировать с качеством православия. То, что мы несем именно православную культуру. Вы задаете уровень, получается. Я стараюсь. Тем более, что мне дано классическое музыкальное образование. Консерваторию окончил, замечательных педагогов учился. И где-то даже моя родословная идет к Римскому-Корскому, через педагогов. Поэтому надо соответствовать, что я не знаю, как это получается, но стараюсь. А у Марии откуда родословная? У меня родословная тоже непростая, я не буду сейчас об этом говорить. Но я хочу сказать о православии. Это понятие все-таки православный композитор или говорят, певица объявляет, исполняет то-то, да? Но православие – это уже, наверное, та точка зрения, тот угол зрения, который уже мы имеем после того, как Господь нас привел в церковь, и уже по-другому мы смотрим на все вещи по-другому. Поэтому православие – это просто
не то что-то такое. Это уже другое понимание, в принципе, жизни, творчества, поэзии, там, живописи, да. И поэтому мы хотим какой-то вот донести это, этот цвет. Это мироощущение. Да, целое, это другое мироощущение, да. Поэтому православный композитор, просто это взгляд, мне кажется. Взгляд на мир и на поэзию, и уже слышание другого, чего-то другого, небесного. Спойте вот еще что-нибудь, свой взгляд. Ну вот как раз вот эта песня о Великом посте, так и называется «Великий пост», о стихи московской поэтессы Татьяны Радыновой. Просвети помраченную душу мою, Боже, милостив буди ко мне. Ты открой мне священную волю твою, свет зажги в потемневшем окне. Дай мне силу здесь выдержать все до конца и в молитве к тебе устоять. По ступенькам подняться золотого крыльца и все главное в жизни понять. Помоги не бояться мне гроз и ветров, защити, поддержи и покрой. Благодати мне даруй незримый покров, сам мой путь проложи и устрой. Как тебе предстоять и служить научи, даруй сердцу смятенному мир. Мои раны душевные сам залечи и веди на свой царственный пир. Помоги же мне, Боже, дорогой поста к светлой Пасхе безбедно дойти. Сыну блудному силы великой креста одеяние любви возврати. Затепли в сердце пламя. Это же молитва. Да. Так может быть, вот и искусство как раз сейчас наше, и наша задача заключается превратить вот наше творчество в молитву. Да? Согласна. То есть Господь нам дает дары, да, свои, и мы должны возвращать его в виде молитвы, а не просто какого-то самолюбования своим голосом. Песня, конечно, потрясающая. Спасибо большое. И вот поднимаю вопрос о современном состоянии вот нашей эстрады. Можно так, есть такое понятие православная эстрада сейчас или нет? Или православная песня? Как? Ну, эстрада, вот, может быть, не то слово эстрада, немножко, да. А православная песня, конечно. Ну вот, может быть, она пытается превратиться в православную эстраду сейчас, песня. Ну, это такой формат, в котором ты можешь самореализоваться. Берешь несколько аккордов, 3 аккорда, допустим, ну, 4 от силы, накладываешь текст, да, и получается песня. Кому-то она понравилась, да, люди же не все вот такие требовательные, да, сразу находится отклик, находится, и получается, что такая профанация, да, такое, ну, потребительство. Есть, да. Мы же должны делать лучшее. И если говорить, мне кажется, о Боге, и тем более какие-то преподносить духовные темы, мне кажется, должно быть высоко, и это должно быть качественно. Да, вот, на мой взгляд, и профессионально. Вот я лично вот очень сейчас переживаю за состояние вот православной песни. Очень много мусора. Очень много произносится в суе имя Божие. И накладывается на ритме, на ресторанные ритмы. Да, это вот это, когда это не соответствует жанр, это словам, ужасно. Это, да, легкая это такая часто музыка, и, да,
И текст, это, может, кстати, быть, поэзия хорошая. Зачастую, да. Ну и поэзия-то тоже плохая бывает. Зачастую вирши обыкновенные, люди рифмуют. Любовь, морковь. Как Михаил как-то правильно заметил, что хорошая поэзия рождает хорошую музыку. То есть слабая поэзия, она... Тут соответственно, должно все совпасть. Да, да, совпадает, иначе музыки не получится хорошей. А спойте еще что-нибудь, потому что так хочется побольше вас послушать. Ну, спасибо. Ну вот мы еще тогда вот на слова неизвестной Инокине, тоже одна из наших любимых песен, «Утоли моя печаль» называется, о Божьей Матери, которая такая утешение, мне кажется, должна нести вот эта песня, как и вообще Божья Матерь несет утешение. Спасибо, Господи. Тут простой текст, казалось бы, но глубокий. Добавить. Действительно хочется помолчать и слушать, и слушать, и слушать. Хорошее у нас настроение сегодня. Мне кажется, это будет одна из моих любимых передач. Спасибо. Здесь у нас на телеканале «Союз» в передаче «Лаврские встречи». Ну, мы с Михаилом уже говорили, вот он еще спросил меня перед началом передачи, подвигает ли меня передача на написание новых песен. Вот я постоянно теперь... Вот передача заставляет меня постоянно находиться в творческом состоянии. Ну, как наверное, концерт предстоящий, или как православного человека праздник будущий. Все время что-то ждешь и готовишься. Я вот написал песню, она называется «Зима». Но вот это состояние, плавно перерастающее весну, вот состояние. Я не употреблял там божественных слов, а просто простыми словами описал это состояние. Сейчас хочу с вами поделиться. Зима.
зима. Я знаю это чувство, я знаю это слово, не станет нам преградой для тепла. Зима, зима. Куда-то все исчезло, лишь белое, как простынь, лежит на нашей жизни пелена. Зима, зима. Тепло, дома. Однажды ты проснешься, и ласковое солнце растопит ледяную пелену. Возрадуются дети о том, что есть на свете надежда на красавицу весну. Весну, весна, зима. Песни очень согревают, они хорошо, такие душевные, да. И как-то с ними легко жить. Спасибо, Господи. Мне тоже понравилось. Даже о посте захотелось поговорить. Да, спасибо, Господи. О приятном. Да. Но это же радость, понимаете? Ну вообще, просто радость то, что мы живем, это... что Бог нам дал жизнь, понимаете? И вот этот пост, вот как я понимаю... Это же радость, возможность измениться к лучшему и что-то сделать, что-то поставить себе какие-то цели и их достичь, понимаете? Это разве плохо? Мне кажется, это как и в музыке, надо почувствовать настроение. Да. Пост — это как мелодия. Да, такая, да, да. Она, раз, и ты и сразу уже... Вот как вы пели сегодня, угу. Под эту музыку не особо повеселишься или какие-то мысли посторонние. Ты слушаешь все это касается глубины души, это трогает душу. И тебе хочется... что-то такого светлого, большого. Хочется самому измениться, чистым быть. Да, да. Вот такие, какие-то даже детские, может быть, ассоциации возникают. Мне кажется, что так и должно действовать искусство. Искренне, от души. Да. Это я прочитала вчера, как раз читала, готовилась к передаче, читала записки игумени Таисии Леушинской. И вот даже там цитата такая, что пение, идущее от сердца, попадает в сердце. Хорошая цитата. Спойте еще что-нибудь. У нас вот заканчивается первая часть нашей программы. Спойте что-нибудь. Давайте мы тогда споем. Вот недавно написана песня. На стихи тоже неизвестной монахини Новодевичьего монастыря, который когда-то Марина Цветаева у нее узнала, а позже эта монахиня перед смертью все сожгла. Но Марина Цветаева запомнила одно стихотворение, которое ей запало в душу, она считала вообще это своим любимым стихотворением, «Чтобы в жизни не ждала вас дети». Вот, замечательные действительно слова, и сейчас мы тогда споем. Счастливых минут. Все же вы не слабите душой.
или сельской тиши. Расточайте без счета и смело вы сокровища вашей души. Не ищите, не ждите возврата, не смущайтесь на Господи. Дорогие мои, передача наша подошла к концу. Новых вам духовных подвигов в этом посту, Божьей помощи и ангела-хранителя на всех ваших жизненных путях. Спасибо, Господи. До свидания.